Молодой директор школы Артем Житков не без гордости рассказывает об учебном заведении, которым вскоре будет руководить. На должность директора он назначен на конкурсной основе и уже формирует коллектив учителей, тоже из состава лучших. Школа в микрорайоне Новая Самара введена в эксплуатацию. Сейчас завершаются подготовительные работы. Два спортзала будут оснащены лучшими тренажерами и дополнены открытыми площадками во дворе. В библиотеку приобретается учебная художественная литература. Уже сегодня можно оценить акустику концертного зала, а скоро повесят занавес и завершат оформление. Мы так посмотрели из того, что он будет гармонично смотреться со стенами. И вот если занавес сделать верхний такого же цвета в один тон, то все внимание будет не на зрителя, а на занавес. То есть он утяжелит эту конструкцию. Поэтому приняли решение. Строительство школы на 1200 учащихся в одну смену началось в августе 2019 года. Учреждение было включено в национальный проект «Жилье и городская среда». Все работы шли под контролем региональной и городской власти. Это особо важный объект для жителей окрестных кварталов новостроек. Город получит новые возможности для развития к северу от центра на много лет вперед. Сюда придут учиться юные жители новостроек, а их родители уже записывают своих детей в новое образовательное учреждение. Записываю номера и сам буду их обзвонить лично. Живут здесь местные? Да, живут здесь. Это в основном жители Новой Самары. Сейчас пока больше другие не обращались, но насколько... На какой возраст в основном? Разный, совершенно разный. В основном это первоклассники. Второй, третий, пятый, седьмой класс. Школа в Новой Самаре по качеству оснащения и преподавания будет первой в городе. Современные стандарты будут реализованы на самом передовом оборудовании кабинетов. Здесь же создается хорошая база для дополнительного образования, так, чтобы ученики могли получить еще и первые навыки, возможно, своей будущей профессии. В школе планируется организовать преподавание по специальностям – ландшафтный дизайн, столярное мастерство, театральное искусство и танцы. Кружки и секции начнут работать в здании уже с 1 апреля, а насколько это востребовано, покажет уже ближайший учебный год. Одна из самых лучших школ в Самаре, она действительно современная, она действительно достойно оснащена. Оценку, что это за школа, чуть позже дадут дети и их родители. Но мы стараемся, чтобы новая построенная школа оказалась самой востребованной. Уже к 1 сентября школьные классы будут укомплектованы полностью. Открытие учебного заведения ждут многие, в особенности ученики, которые сегодня вынуждены ездить в другие микрорайоны. Андрей Грагуленко, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События.